Новая валютная политика Казахстана позволит экономике страны стать более конкурентоспособной, так считает главный экономист Всемирного банка по Центральной Азии Кристос Костопулос. По его словам, настал период, когда необходимо модернизировать экономическую сферу. А другой эксперт, глава Института экономических исследований Максат Муханов, дополнил, что государство будет сокращать долю своего участия в сфере бизнеса. В последнее время роль государства в экономических процессах серьезно пересматривается. В этом плане, вот, я думаю, что согласны будут международные эксперты, что Казахстан взял твердый курс на поддержку частного сектора, повышение его роли в экономической деятельности и снижение роли государства именно в экономической прямой деятельности. То есть государство не будет и не должно вообще, как показывает практика разных стран, заниматься предпринимательством и, так скажем, получением прибыли.